Здравствуй, дорогой дедушка. Я думаю, ты с радостью примешь это письмо. Как у тебя дела? Как здоровье? У нас все хорошо, все живы и здоровы. Недавно фашисты бомбили город, но нам повезло, наш дом остался цел. У нас еще осталось лето картошка, которую мы едим. Мама и бабушка ходят на работу в госпиталь. Раненых очень много. Я надеюсь, что ты здоров, бьешь изо всех сил врага, победишь его и скоро приедешь к нам. Мы тебя очень любим и ждем. Я скучаю. Внучка Саша. Дорогая мама, получил твое письмо сегодня. Я пишу только тебе и Питеру. Если кто будет спрашивать обо мне, напиши им, где и как живу, а что не смогу сам писать, так как воюю в глубоком тылу врага. И пишу лишь с оказией, но всегда рад получать письма. О нашем свидании сейчас не приходится и думать. Будем думать, когда прогоним немцев. Мне часто приходится встречаться в боях с немцами. Мы их неплохо колотим. Был легко ранен в лицо недавно. Ударил осколком. Из строя не вышел. В несколько дней зажило. Я живу хорошо. Сыт, одет, обут, здоров. Целую крепко. Твой Сеня. Здравствуй, Наташа. Поздравляю вас с наступающим новым 1945 годом и желаю наилучших успехов в работе и счастья в жизни. Сегодня в суровой боевой обстановке я вспомнил конец декабря 1942 года, когда мы тронулись в Галиции. Встречали Новый год. С тех пор прошло 2 года. За это время многое изменилось, много земли исхожено, но то, что было, конечно, не забывается и теперь. Я остался жив. Это чудеса. К весне 42-го выздоровел. Сколько же умерло в этом лагере, не пересчитать. В лагере смерти, в Латвии. Уже за зиму погибло около 80 тысяч человек. Питался главным образом свежим воздухом и солнечными лучами. Бежать из лагеря не было возможно. Хотя бы потому, что из-за слабости больше 0,5 километра не мог пройти. Потом перевезли меня в Псков. Работал при гараже. И только начал таять снег, я удрал к партизанам. И теперь не могу спокойно смотреть ни на пленного немца, ни на человека, который был у немцев на службе. Наступит скоро время, когда весь народ поднимется на немца. И старики, и женщины, и дети. Сам немец делами агитирует. Жжет деревни, грабит, убивает, угоняет трудоспособных в рабство. Ты знаешь это только по газетам, а я вижу собственными глазами. Ну пока, жду писем. Гурьев Иван Андреевич – мой прадедушка. Во время войны он не воевал на фронтах, а с самого начала вместе с жителями поселка Осмина ушел в партизаны и погиб от рук немецких карателей. Говорили, что его группу выдал кто-то из деревенских жителей. Подробности о партизанской жизни Ивана Андреевича стали известны моей семье в основном из воспоминаний его соратников. Поселок оборонял отряд партизан. Все вооружение составляло несколько винтовок и бутылок с горючей смесью. Противник же вел в действие самолеты и танки. Ближе к зиме были построены землянки. В бараках оставался только хозяйственный взвод и еще человек 15, вооруженных только несколькими винтовками и одним пулеметом. Около полудня 6 ноября дозорные заметили фашистских солдат, которые длинной цепью прочесывали лес, направляясь к баракам. Позже выяснилось, что их было около 1000. Оставшийся за командира Гурьев не поддался панике. Он приказал захватить с собой все, что можно унести, и отходить в направлении Луги. Но и с этой стороны приближалась цепь серо-зеленых автоматчиков. Партизаны заметили их издалека и сумели с ними разминуться. Через полчаса враги атаковали пустые бараки, сожгли их и ушли, не углубляясь в лес. Их положение было незавидным. Оставаться в землянках рядом с сожженными бараками рискованно. Было принято решение рассредоточиться небольшими группами. Так отряд вступил в самую тяжелую свою партизанскую зиму. Партизаны не имели ни связи с Ленинградом, ни опыта борьбы, остро нуждались в оружии, продовольствии, да и одеты были плохо. О гибели Ивана Андреевича Гурьева подробности неизвестны. Упоминается только, что его группу преследовали и расстреляли каратели. Уже после освобождения территории местные жители перезахоронили останки партизанов в братскую могилу поселка Осьмина.
Ближайшая к месту гибели моего деда деревня была названа в его честь – Гурьева. Неподалеку от города Луги виден высокий холм с фигурой женщины. Это памятник партизанской славы. Хотелось бы, чтобы, проезжая мимо него, все вспоминали о народных мстителях, обычных людях, плохо одетых, слабо вооруженных, но готовых без раздумий отдать жизнь в бою, о погибших зимой 41-42 года. В нашей семье всегда помнят и часто говорят о блокаде. С этим городом, с блокадным Ленинградом, связана история и жизнь моей семьи Акчуриных. Моя прабабушка Фатима Зарифовна 13-летней девочкой приехала в 1924 году в Ленинград. Работала, вышла замуж. Большой дружной семьей жили на 10-й Красноармейской улице, в доме номер 21, квартире номер 7. 22 июня 1941 года мужчины с первых дней уходят на фронт. 8 сентября, самая скорбная дата в истории Ленинграда, началась блокада, а с ней и обстрелы города, и авианалеты немецких самолетов. Страшный диагноз, приговор, дистрофия, уносил сотни, тысячи жизней. Та самая страшная морозная зима 1941-1942 годов унесла жизнь моей прабабушки и жены ее старшего сына. Живая оставалась она, Фатима Зарифовна, моя прабабушка. В живых оставались трое ее детей и племянник, чуть старше их. 125 грамм, блокадных грамм, с огнем и кровью пополам. Их нужно было еще получить, и нужно было работать. Моя прабабушка устроилась дворником, чтобы быть ближе к детям. Во время обстрелов тушила фугаски на крышах, а они в это время в комнате прижимались к печке, что была в нашей комнате. Еще в начале, когда летом 1941 года стали эвакуировать детей из Ленинграда, Фатима Зарифовна наотрез отказалась их отправлять вместе с другими детьми, сказав, что если погибать, то всем вместе. Позже стало известно, что ту самую баржу немцы потопили в Ладожском озере. Но легендарной историей нашей семьи стал один случай. Однажды, во время авиаобстрела, они спрятались все в бомбоубежище, которое находилось в доме соседнего двора. Все продовольственные карточки остались в спешке дома. Вы знаете, что это значит. Карточки не восстанавливались. Наш маленький двор, колодец, упала бомба прямо напротив окон квартиры нашего первого этажа. Все оцепили, во двор никого не пускали. Кругом ночная чернота. Прабабушка умоляла: «Пустите, пустите или убейте сразу. У меня четверо детей умрут от голода». Ей разрешили пройти. Как она рассказывала, ничего не видя, на ощупь, и как же стучало сердце тогда, и как же было страшно. Она взяла карточки, вернулась в бомбоубежище, а бомба не взорвалась. Когда саперы обезвреживали бомбу, то вместо взрывчатки оказался песок, и была записка со словами: «Чем можем, тем поможем». Бомбу делали наши пленные. Когда самая страшная блокадная зима была позади, в конце лета 1942 года мои родные все-таки согласились уехать в эвакуацию. Чуть больше года прожили они тогда в Башкирии. Туда к ним за заслуги, получив отпуск, приехал мой прадед. Он у меня в войну на Катюше воевал. 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. После снятия блокады в город разрешили возвращаться ленинградцам, уехавшим в эвакуацию. В Ленинград шли эшелоны поездов с людьми. Но в разрушенный город можно было возвращаться только с одним ребенком. Летом 1944 года прабабушка Фатима Зарифовна с четырьмя детьми в одном из таких эшелонов возвращалась домой в Ленинград. Поезд остановился на контрольно-пропускном пункте. Какая мать оставит своего ребенка где-то на чужбине, а сама уедет? Детей везли с собой. Я знаю, что произошло с тем эшелоном, в котором была моя семья. Во время проверки поезд остановили посреди леса. Многие отпустили детей спрятаться в лесу, пока по составу проходили проверяющие. Мою бабушку Фериду завалила в тамбуре своими и чужими кулями. Галию пристроила женщине, которая возвращалась одна. Старшего сына посадила рядом. Контроль прошел,
гудок паровоза к отправлению. В лесу раздавались взрывы мин, на которых подрывались прячущиеся там дети. Немцами наши леса были заминированы. Ленинград. Сохранился наш дом и наша квартира. 1 сентября 1944 года моя бабушка Ферида Акчурина пошла в первый класс 280-й средней женской школы. 9 мая 1945 года, когда дети шли в школу, на улицах все плакали, обнимались, целовались. У нас сохранилась полученная ею вскоре грамота. Она номерная, и таких в школе было выдано всего лишь несколько штук. За номером 4 выдано Акчуриной Фериде за отличные успехи и примерное поведение. Мой прадед Хафиз Акчурин дошел до Берлина, а когда вернулся домой, то на 10-й Красноармейской в доме номер 21 в квартире 7 его встречали жена и дети. Прадеда я никогда не видел, а моя прабабушка Акчурина Фатима прожила 95 лет. Умерла она в октябре 2006 года. Я помню ее рассказы, а главное, помню ее. В 42 февраля умерли. Зимой это было. Вот, когда взяли маску, взяли шапца, Кирюжина, маску взяли, двоих взяли на танк, брат взял, песню со школы на танк водил. А потом уже, когда собирает много городовые машины, все бросили, вот так бросает и на кладбище. Вместе все хоронили, вместе. А где бабуля хоронили? Ой, забыла, как и кладбище называется, забыла я. Пискаревская? А Шкопарёвская, ага. 20 детей собирали, дали, идите, ребята, надо куда-то отправить. Отправить. Мои дети хотели взять. Фатимочка пришел, Виктор Петрович пришел. Фатима, давай твоих детей забираем, отправляем куда-то, в Башкирию. Я говорю, нет, Виктор, я не дам детей. Не дам. Как не дашь? Ребята, отправляем полный шалун. Не дам детей ни за что. Я умру вместе с ребятами. Ребята отправили. Ладожское озеро, бомба попала, ребята в тюпа гибли, воду, из баржи вместе в тюпа гибли. Вот отправили. Если отправили бы, мои там не было бы. Я не дала детей никому, не доверила никому. Июня 42 июня бомба упала. Летом? Летом, да, летом. А дети где были? А? Дети где были? Дети дома были, все были дома. Дома. Я их когда бомба Ларисик упала, упал туда, никуда не пошел. Жик сразу около моя опуска стал, и все. Знали там, сказали Телюга здесь, узнали. И меня сразу выселили. Уходите, давай сейчас. У меня стекло разбился. Картина все упала. Все у меня, стекло ничего не осталось. Дверь шкафа все сломался. Мне сказали, уходите. Ухала бомба выше дом 3, бомба выше, что пошла. Оттуда меня дали уже, выделили, другой квартир дали. Пока мне не сделали стекло, потом уже я не пришла в свою квартиру. Меня не пустили, у меня все разбито было. Все разбито было. Два дня лежала у меня около окошка. Через два дня взяли. И потом взяли туда, открыли, а там написано, открыли когда, там написано, бомбу тем открыли. Можем, тем поможем. Бомбу открыли? Бомбу открыли когда. Чем можем, тем поможем. 9 мая мы чествуем и поздравляем ветеранов, героев-победителей, с их самым главным праздником в жизни, наших дедушек и бабушек, не щадивших себя в войне против фашистских захватчиков. Говорим им спасибо за мирное небо над головой, что мы вообще живем. Ведь если бы не их подвиг, то нас могло бы и не быть. Не было бы у нас нашей страны. Вспоминаем погибших за наше будущее. Только очень жаль, что с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Годы не щадят их, и наши дети уже не смогут увидеть это героическое поколение,
и лично сказать им спасибо за мирную жизнь на своей земле.